снова говорим о важности осторожного поведения на льду. Детский травматизм. Чем опасен тонкий лед? Почему категорически нельзя играть на льду? Случай в Самаре. Смотрите программу «Город С» 14 февраля, 18:15. Гости в студии: Алла Нечесова, начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте, и Юлия Макова, помощник Куйбышевского транспортного прокурора.